Мосгорсуд вынес приговор Нукзару Папаве, одному из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, который также известен как Япончик, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, в соответствии с требованием обвинения подсудимого ждут 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Установлено, что Папава в корыстных целях вступил в организованную группу, целью которой было убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, сообщили в прокуратуре. Следствие установило, что Папава следил за Иваньковым. Он же подавал сигнал стрелку непосредственно во время покушения. Суд вынес приговор по статьям об убийстве, совершенном организованной группой, а также о приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Покушение на Япончика произошло летом 2009 года в Москве. Его расстреляли из снайперской винтовки у входа в ресторан на Хорошевском шоссе.